Добрым утром. Соскучились? Мы да. Приехали в Подмосковье полной командой. Смотрите, какой туманчик за моей спиной. Влажный. Прям можно руками потрогать. Сейчас ехали, прям как будто в дожде идем. Собираемся, идем через перепашку в ельник, куда мы в предыдущем видосе с Любой заскочили ненадолго тогда вечером и уехали. Нас дождь прогнал, тогда по полю еле выехали по грубой вспашке. Вот. Ну, также будем академически трогать дороги лесные, смотреть, что там происходит. Вот. Идем вперед. Позорище, блин, заблудились в трех соснах. Просто вот ни о чем. Грибокоп. Сейчас заблудимся здесь окончательно, встанем на ночевку, будем жрать грибы. Все к этому и есть. Да. Блин, 300 метров. Там да, от того места, когда туда шли, там метров 100, наверное. Идем! Прямо на. Фокус где? Дошли мы до ельников. Вот здесь все эти просеки. Это вот совпадение со старыми дорогами. Первый сигнал у Сашки. И зачетный сигнал. Ни хрена себе она размером. Это не удел никакой. Я таких не выкинул. Под корни. Я себе дал. Нет, еще выбросил. Дайте я на камеру хоть посмотрю. Блядь, здоровый. Ой, извините. Ну, затертые. Да. Да нет. Слушай, не треугольная монета? Нет, это чешуя, но она ломового размера. Я такого не видел никогда. Ладно, сейчас изучим, потом покажем. Так, где фокус? Дорога вот там шла, вот туда. Мы сейчас вглубь сходили туда-обратно. Пока ничего нет. Совет какой-то. Но это не то. Это не то. Сейчас вернемся, попробуем вдоль пройти. Они там сходились как бы вдвоем. Вот две дороги, одна покрупнее, вторая вот вдоль леса, которая вдоль посадки шла. И там полазим. А вот еще из-под корня. Еще 2 копеечка и пятнашка 82-го года. Да ладно, на безрыбье-то. Че? Короче, да, сейчас поговорили, решили. Вдоль дороги туда вглубь пройдем к слиянию. А уж что там будет, одному богу известно. Ну такую чешуину Саня поднял. В конце прикрепим. Или уже прикрепили. Посмотрим. Так, нашли на карте. На дороге квадрат какой-то занимательный. Идем туда. Еще метров 150. И встретили в лесу вот такой вот. Что-то. Вот такую нору. Прям с тропой. Товарищи. А? А ты посмотри, сколько этих нор здесь. Раз, два. Три. Интересно, чьи эти норы? Что-то я не могу понять. Вот 4 большая, но обрушенная. Ага, выводок лис? Да, многоногие такой. И где они все? Вот большая нора. Но они достаточно крупные. И гора тут, холм какой-то прям вот. Как на холме. А что они здесь сигнал? Ты есть какие-нибудь на этом холме? О, как что-то есть, да? Да сигнал-то такой. Да какой? Ну, посмотри. Может быть, и в советское время сюда что-нибудь натащили. Опять же, карта может быть со смещением. Может быть, это и есть этот квадрат на дороге? Что там? Расскажите, пожалуйста, чьи эти могут быть норы? О!
Железо, что ли? Онлайн поснимать. Березы не молодые. Вот видишь, прям вокруг как. Может быть, это ручей какой-то высохший. Интересно, что тут будет. Что там бухает? Любопытно. Где-то тут этот квадрат должен быть. Железо, да? Банки. Интересно. А я не вижу ли? Решетка. Металлическая. О, как. Что за решетка? Ладно, сейчас здесь побродим, полазим. Это здесь жилеты. Звери такие, стаскиватели железячек. Побродим, походим. Короче, вот такое возвышение. Достаточно крупное. И никого вроде нет. Мы их зовем, они не откликаются. Сейчас прибегут, сожрут нас. Ладно. Короче, вышли на место, где должен быть квадрат. Вот здесь шла дорога примерно. Где этот квадрат, непонятно. Первый сигнал цветной отсюда. Люб, копай. Копай! Ну это тоже не факт. Сейчас лаз и банка консервная. Лаз? Лаз? Нет, скорее алюминиевая. Консервные у меня так не бьют на треке. Вот пивная запах. Димыч, ты еще звезданись. А елка-то какая старая, мать моя. Ага. Фига себе. Там был-то. Есть, да? Есть. И ну, так орал, как пятак, блин. Не, у меня в 12:40-12:42 это вот, вот такой вот. Ну что это, я не знаю. Да, хрен знает. Посмотрим. Две копейки, капуста. Капуста. А сахран. Печально. Ну как тебе? Так себе. Фигня. Было здесь что-то, видимо, все. Нет, дорога-то шла. Вот. А вот там полянка, мы вот так. А что так себе, кстати, сохран бульмени? Для капусты? Ну, я тебе скажу. Нормально, бодрое. Ну, знаешь, ну, блин, ну, более-менее. Нормально вообще, слышишь? Абсолютно. Почему тебе? Так. Это сегодня первая империя. А там на горе мы поняли, кто жили. Маленькие алкоголики норные. Алконорные, алкоголики. Маленькие алконорщики. Ну, короче, понятно. Ладно, покрутимся. Ну, короче, повертелись мы здесь. Кроме этой монеты больше ничего нет. Видимо, вот этот лисий холмик. И был какой-то постройкой, которая вот квадрат на дороге. Скорее всего, вон тут кого-то сожрали, челюстя. Что ты там копаешь? Короче, выбираемся понемножку от саду. Хрень. Может и пробка. У кого там пин верещит. Хорошо в лесу его слышно. Будьте здоровы. Тоже что ли кости? Я говорю, кости тоже.
будем показывать вам все сигнальчики. Что это? И косточки. Да, ну, кости. А это что? Пуль, что ли? Угу. Ага. Забирайте мусор из леса. Шестнадцатый калибр. Не берем. Ну, забираем мусор, имеется в виду. Двигаем в сторону поля. 36 видел. 36, да? Да, я уже думал, пятак, что ли. Ну, почти. Двушка, наверное. Или копейка. Вот так вот. Так тоже бывает. Лес сегодня что-то нам немного дает. Пообъедамши, пожрамши, вылезли на вспашку. Вспашка грубая. Пипец, ногам тяжелая. Но ходильная. Братья Н и М Соколовы. Соколовы. Надолго нас не хватит, но посмотрим. В мире животных продолжается. Выседает себе. Сиранул. Я извиняюсь. Сейчас ворон. А это ворон. А это ворон. Улетел, да? Я не заметил. Да, да, он улетел прямо над землей. Ой, молодцы какие. Короче, жесткач нам, папашник ходить под солнцем. Это мы, конечно, погорячились. Любка нашла еще ВРПшку одну. Вот, едем куда-нибудь еще. Ну что, друзья, вот и закончился очередной день наших сказочных лесных не очень путешествий. Поле жарко и грубая пашня. В лесу трава. Ну, короче, плохому танцору, как говорится. Просто банально сегодня не очень повезло. Хотя, как сказать, не повезло. Какая изумительная чешуя выскочила. Ну, вы, наверное, уже видели там до этого. Немножко империи, немножко советов. Даже ВРПшка. Вот. Ладно. В дальнейшем опять планируется, скорее всего, вода. Надо учиться, надо развиваться в этом. Ну, а так прикольно. Отдохнули. И вы с нами погуляли. И мы с вами. На этом всем пока.